Что, друзья, всем привет! Мы, как вы думаете, где по такой красоте? Мы в Карелии. Мы снова, вернее, как снова. В прошлом году мы для себя ее первый раз открыли. И в этом году мы точно решили, что поедем сюда в отпуск, чтобы опять насладиться этой северной природой, этими сосновыми лесами, этим воздухом. Взяли друзей, построили маршрут и погнали на машине сюда. Берегу Ладоги, на острове Кьяна-Сари, поставили палаточки, нашли место, вон там наш лагерь. Вот сейчас пойдем гулять, смотреть, что тут есть интересного. Это кемпинг-хутор «Елки» недалеко от Русскоязского мраморного карьера. Делаем беседку более теплую. Как же круто, а? Второй раз сюда уже мы приехали, но ощущение, как будто ты первый раз видишь уже какой-то другой водопад. Он не так мощно, как в прошлом году, но все равно он невероятно красивый.
там нигде. За нас. Ну, красота же вообще. Просто. Просто красота. Просто надо, надо приезжать в Карелию. Улица. Сидели в кемпинге, просто вот пошли посмотреть, где у вас ловят рыбу. Просто побрели по таким прекрасным местам. Невероятно, невероятно. Алло! Я иду! Это кто у нас? Гей-окунь. Гей-окунь? Который только на розовой приманке работает. Кунь. Так, целовать не буду, у него, кстати, уже порвано это. Ну, я отправляю тебя обратно. Мы, значит, идем на агру. Настюшка уже устала. У меня уже ягодички накачались. Ягодички уже капец как перекачались. Вчера ходили, сегодня ходим. Прекрасно же ходить по такому лесу, Настюха. Поэтому давай ты не будешь жаловаться, будешь просто идти. И счастлив идти. Приехали на последнюю нашу точку нашей поездки. Это глэмпинг Soul Camp. У нас Настюха самое, походу, козырное место. Судя по всему, это прямо на берегу озера. Это наша палатка с печкой. Самое главное, это гамак. Сначала туда упаду. И вот так вот будем, короче, чили здесь. Пароль. Гамак. Так ты. Зачем ты гамак? Да почему ты думаешь, что это я? Ну я же до этого ложился, не было дыры. Ну блин. Я говорила, что здесь есть еще гамак был. Настюх, ты вроде рыбу пришла ловить. Сейчас я немножко поменяю. Ты все гамаки решила поместить? Нет! Ребят! Настюха, это могла быть твоя. Загадывайте желание.